Улица Колхозная, дом 13. Общество с ограниченной ответственностью «Александр». Комиссия обнаружила здесь отсутствие вывески режима работы магазина, неочищенную и непокрашенную доску объявлений, замусоренную территорию. Проверяющих не устроило также состояние фасада магазина, обшарпанный цоколь, облупившуюся краску. Кроме этого, требует ремонта крыша. Также нет твердого покрытия для контейнера для хранения мусора. Претензии к этому магазину. В течение месяца они должны навести порядок с фасадом, а мусор убрать немедленно. Нарекания получило и руководство общества с ограниченной ответственностью «Базар». Комиссия осталась недовольна большим количеством мусора на территории центрального рынка. Есть здесь и несколько старых павильонов, которые директор рынка должен убрать, либо привести в порядок. Также покрасить урны у каждого павильона. Урны должны покраситься у нас. Сроки до 20 числа. А остальные мероприятия должны до 30 апреля быть выполнены. После 30 апреля будет комплексная проверка, значит, будут накладываться штрафные санкции. А это магазин общества с ограниченной ответственностью «Тигр» по адресу улица Баранова, дом 48. Его персонал тоже получил предписание на уборку территории от мусора, а также на перестановку мусорного контейнера, который находится в неположенном месте.